Такаев говорит о новом Казахстане, но он лгун и трус. Он боится настоящей оппозиционной партии. Ложь Такаева налицо. На что рассчитывает Такаев? Он надеется на нашу пассивность, разобщенность, на чувство безысходности и неверия в собственные силы. Такаев – это убийца, это кровавый преступник, который дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Он свой народ назвал террористами. Он сказал 20 тысяч террористов. Он должен ответить за все преступления. Друзья, все исходит от несознания нашей силы и мощи. Даже по Конституции главным источником власти является народ. А когда народ един, он непобедим. Финансируйте, и мы непременно добьемся нашей общей цели – построения демократической и свободной страны, где права человека на первом месте. Алга Казахстан, мы победим!